Въезд в Ядрин и Ядринский район строго ограничен из-за сложной эпидобстановки. С учетом приближающихся выходных, жителям республики настоятельно рекомендовано воздержаться от посещений муниципалитетов. Увеличилось количество зараженных коронавирусом и в Алаторе в 3 раза с начала недели. Сегодня там побывала оперативная группа во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой. Участники опергруппы встретились с руководством и активом «АЛЛАТРА». Обсудили причины роста заболеваемости. Это и приезжие из других регионов, и нарушение режима самоизоляции, и слабый контроль за соблюдением эпидемиологического режима. Для оказания помощи заболевшим приняты дополнительные меры. На базе роддома открыто инфекционное отделение на 80 коек. Рожениц будут принимать в Шумерле. Алла Салаева обратила внимание на то, что ограничительные меры в городе соблюдаются не в полном объеме. Например, здесь открыты магазины стройхозтоваров, которые в данный момент не являются товарами первой необходимости. Не везде есть в общем доступе средства для обработки рук. В отличие от Ядрина, в Алатре эпидемиологические меры ужесточать пока не будут, но начнут строго следить за соблюдением установленных на время пандемии правил.